Вот еще одно тоже такое красивое здание в Чите. Состояние его неважное. Балконы разваливаются, все облупилось, поэтому тоже требует ремонта. Дворники убирают снег. И сейчас я подойду к художественному салону. Этот салон принадлежит известному в Забайкалье блогеру Александру Леснянскому. Он человек такой продвинутый, ездит по миру и знает толк, как сделать читу краше. И возле своего салона он вот поставил даже скамейки. Вход туда не очень так ярко оформлен, то есть очень даже правильно, чтобы не нарушать архитектуру здания. Вот Забайкальский художественный салон.